Днепр – очень героический город. 3000 человеческой жизни только в больнице Мечникова спасено благодаря днепрян. Они сдавали кровь, отдавали часть своего тела для того, чтобы выживал другой, который получил ранение. Все днепропетровцы, все днепряне для меня настоящие герои, которые в трудную минуту помогали самым обездоленным. Всех днепропетровцев, всех своих друзей, всех своих близких, всех горожан поздравляю с этим великим праздником День города. Желаю всем здоровья, чтобы все последующие праздники мы отмечали с большими человеческими достижениями.